сезона. Пас направо. Светберг. Здесь Борис может и поразыгрывать уже в позиционной атаке. Пока что отбор не удается вывести. И шайба в воротах. Вот так неожиданно она выскакивает на пятак. И Бойд ее туда, естественно, с удовольствием уже переправляет в ворота за спину. Попкову неожиданно, но это само реализованное большинство. 4-1. Не выключились кисты Бориса из борьбы за шайбу. Давайте посмотрим. Вот здесь уже, казалось бы, все. Хозяева потеряли контроль над шайбой. Великоха выбрасывал ее из своей зоны. Но в последний момент Никита Михайлис успел прервать эту передачу. Шайба отскочила на пятак, а Попков оказался к этому просто не готов. Да, Тинбольд оформляет дубль в этой встрече. С близкого расстояния удалось переиграть.